Танк кековый, бредля кековая, блядь. Что вообще? Вертолет не наш. Пролетел прямо тоже. Не буду стрелять. Дорога. Второй этаж. Давай так же проедемся, чё. Поубиваем их ещё раз. А вот дырка вот от хаба. Да-да-да, он ползает, блядь. В дырке ползает кулик. Если получится. Не опускается. Ну, сейчас запустится там. Ой, блин, если бы ты назад сдал. Фу, кстати, я трубу убил какую-то. На втором, а, по стрелке. И ищи свою толпу. Потом. Ага, двоих закрыл с трубой вместе. И второй этаж, стрелка, пулик. Второй этаж. Вот он, вот он. Не убиваешь так. Ага, убил. Чекай, Хабенский. Дебил так не взводится. Если ты, ну, видишь два выхода, у них всего два выхода, то я могу не шевелиться. Ну, ты со мной не разговариваешь, я понял, блядь. По сути, да, я вижу два выхода. Да, все, тогда стоим так. В землю. Если чуть ближе еще приедешь, то вообще все будет лететь. Yes, cover me, cover me, cover me, cover me. Здесь, cover me. А тип либоси лежит. Сука. Паф, в дерево залез. Он поставил минус 100. Сишку поставил. И на хабе позади нас люди. В хабе. Добрый вечер. Здравствуйте. Он стоит в левом части. Блять, как это больно! Ой, отлично, он не сломался. Дон Диггин, Дон Диггин, Дон Диггин! На, найс! Его убили. Стоим. Блять. Найс, пулеметом не буду пугаться. Ой, лево, там дым. Ой, хорошо, блять. Ну ты иногда так проверяй Хабенский фугасами. Иногда. Блядь, что за кек? Хаб слева, ревайвер двое. Труба вражеская. Еще резнулся. Я понял. Он встал, браво, уходит. Да, вроде убил ты трубу. Ну, должен был. Блядь, ебать там кладбище. Еще один, блядь! Кладбище домашнее. Бля, ужас. Справа труба бежит. С ножом, блядь. И слева бегает. Он не умер. Я закопаю. Я закопаю. Блять, вот здесь вот. Окей. Пацаны, я закопаю вам хаб. Резайте дальше. Мужчины. Прикрывай меня, братишка. Я думал, это убегает он, лол. О, встал. О, боже. Это грязь. Какая же это грязь? Встал. Слева ползает, блядь. Снайпер. Я не хочу фугасами. А я больше не пересада, я только на F3 сижу.
Все. Слева ресет. Ресет, ресет. Показалось все? О, окей. Оли-моли.